Бывших сотрудников СИН задержали по подозрению в убийстве 100-летнего ветерана. Двое мужчин залезли к пенсионеру домой и украли 1 000 000 рублей. Как следует из материалов дела, после этого подозреваемые добили пожилого мужчину ломом по голове. Получается, дед проснулся и, проснувшись, сказал, кто здесь. Он вытащил ножик, поставил гору и начал допытывать, где деньги. Дед уже ничего не сказал, просто пальцем показал на шкаф. По данным правоохранителей, квартира пенсионера была вся в крови, а на полу валялась разбитая бутылка из-под алкоголя. Подозреваемых в убийстве искали 2 месяца, и вот их задержали. Один из них оказался жителем Башкирии, другой из Челябинской области. Оба бывшие сотрудники ФСИН. Друзей нашли после допроса односельчан. Один во всем сознался, другой нет. Сейчас задержанные находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство и разбой». Экс-ФСИНовцам грозит до 15 лет лишения свободы.